Путь от одного районного центра в другой на севере Нижегородского региона совсем скоро станет заметно короче. Дорожные работы полным ходом идут на трассе, соединяющей Красные Баки и Воскресенская. Речь о дороге через село Воздвиженское. Если рассматривать расстояние до Красных Баков от Воскресенского, если объезжать и если ехать именно по этой дороге, то здесь путь будет короче. Соответственно, мы прогнозируем, что интенсивность здесь вырастет. Участок в 10 километров ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Раньше здесь местами вовсе отсутствовало дорожное покрытие, плюс большие ямы. Автолюбителям приходилось изрядно понервничать за рулем. Совсем скоро трудности с передвижением уйдут в прошлое. Сейчас происходит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Перед этим были выполнены работы по расчистке полосы отвода, то есть корчевка пней, валка деревьев, планировка откосов предварительная. И устройство нижнего выравнивающего слоя. Дорогу начали делать в мае этого года. Закончить должны уже в июне. В Главном управлении автомобильных дорог региона отмечают, ставка сделана на качество. За этим и особый контроль. Специалисты отмечают, данное дорожное покрытие прослужит лет 15. В целом же Нижегородская область по реализации национального проекта сейчас занимает лидирующие позиции по стране. Только в этом году планируется обновить региональный дорожный фонд общей протяженностью почти в 700 километров. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Время новостей.